Всем привет! Здравствуйте, мои милые и привлекательные девочки! Сегодня я хочу с вами обсудить пустые баночки, рассказать свой опыт, свои отзывы. Так что усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаёк, кофеёк, кто что может. И welcome! Приступим к разбору моих пустых баночек. Видео будет, я думаю, что достаточно долгое, потому что накоплений очень-очень много. И вот, наконец-то, я все-таки сообразила это сделать. В таком пакете, как всегда, от Converse, я собираю свои пустые баночки. И что же мы здесь имеем? Я буду вытаскивать по очереди и как бы рассказывать, стоит, не стоит покупать, и какое мое мнение. Здесь просто какая-то солянка. Здесь и уход, здесь у нас и бытовая химия. То есть все, что нам нужно и для дома, и для себя. Так что давайте посмотрим. Первое, что я хочу вам показать, вот здесь на стол положила. Это вот закончился у меня вот такой вот пробник. Только что сейчас избрызгала на себя. Это Мансера, Indian Dream. А вот такой у меня был пробничек. Знаете, очень-очень понравилось. Хочу купить полную версию. Для меня это мой запах. Он достаточно, ну, для меня такой не супер легкий. Он здесь есть и сладость, есть здесь какая-то нет нотки ванили, пудры. И также хорошо, допустим, для зимний период, чтобы создавать теплоту, укутывать вас. Но и в то же время он не тяжелит, не отягощает, не удручает, а наоборот создает какой-то комфортный уют. Вот так вот как бы есть такое. И ну ничего такое, нормальное. Так что на зиму можно Мансера, Indian Dream. А дальше буду доставать по очереди. Да? Первое, что у меня здесь... Если у меня будет скрипеть предо мной кресло, оно такое немножко стало скрипучее, и поэтому не обращайте внимания. Значит, что у меня попадается? Закончилась у меня мезокомплекс тоник, белорусская косметика, марка Белита. Значит, понравилось, рекомендую. Тоник, запах очень приятный. И он, расход минимальный, хватило мне. Но я его использовала днем, после утреннего, допустим, там, приведя себя в порядок, там, уход сделать, и я как бы тонизировала кожу. Здесь у нас в составе гиалуроновая кислота, аминокислоты и еще какая-то есть компонент какой-то, Optium. Хайл. Ну, не знаю, что это такое, не буду вдаваться в подробности. А написано оптимальное увлажнение. Да, увлажнение дает. То есть тонизирует, увлажняет достаточно хорошо за бюджетную цену. То есть он там стоил в порядке, наверное, около 200 или 200 с копейками, не помню точно. Рекомендую. Думаю, что я его повторю еще раз. Дальше у меня закончилась моя бадья, мицеллярная водичка, 700 мл, Гарниер. Купила уже вновь, показывала вам в покупочках. Очень люблю ее, постоянно к ней возвращаюсь, покупаю уже по большому объему, так что тоже рекомендую. Хорошо снимает макияж с глаз, не раздражает, очищает. Но я снимаю в два этапа, не в один, и поэтому хорошо очищает, очень даже, ну, классно вообще, и поры очищает, так что очень рекомендую. Я думаю, что для многих людей это вообще, так сказать, the best, да? Закончилась у меня такая вот масочка белорусская, Control, маска от прыщей для лица. Марка Битек, антибактериальная. Я ее вообще покупала для своего сына, но сама тоже перешла, потому что есть кое-какие, как бы, когда есть высыпание, то, соответственно, я ее применяла. Знаете, очень понравилось. Очень понравилось. Вообще стоит там копейки, 100 с чем-то рублей, и мне очень понравилось, потому что
Ну, стоит ее покупать, так что рекомендую, пожалуйста, можете присмотреться. Тем более для подростков очень даже оно. Дальше что у нас здесь попадается? Давайте, вот эти закончились у меня ватные диски Ola Silk Sense. 120 штук здесь с эффектом прошитого края без ворсинок. Вот такие вот диски я применяю всегда. Люблю вот эти диски, которые я только не пробовала. Я очень люблю вот эти диски. Я не знаю, они действительно нету ворсинок, действительно они хорошо протирают. И, ну, не знаю, вот прям я люблю вот эти диски, и все. То есть присмотрите, покупаю в Пятерочке. Достаточно, думаю, может быть, вам тоже пригодится и понравится. Они стоят там в районе 60 рублей, но когда есть акция, я прям две штуки беру. Дальше, следующее, что у меня закончилось, это на пробу брала гречишный скраб для тела, для упругости кожи от Баби Агафи. Есть такая марка Баби Агафи, секреты симбирской травницы. Здесь у нас органическое масло мелисса, зеленая гречка, алтайский мед и лимонная трава. Ну, вы знаете, стоит копейки, около 100 рублей. Что-то в Ашане, кажется, покупала. Что могу сказать по поводу Баби Агафи? Мне вообще нравится. В свое время я очень хорошо пользовалась и шампунями, и даже рекомендовала своим клиентам, и маски пробовала, и бальзамы пробовала. Ну, уже давно на этом, конечно, не сижу, не пробую. Но мне очень всегда нравилось, потому что всю жизнь я блондинка, всю жизнь осветляюсь, и очень хорошо поддерживала структуру волоса и увлажнение, питание. И вот это для тела взяла скрабик. У меня еще есть второй скрабик, он у меня сейчас в эксплуатации. А вот этот скрабик мне очень понравился. Очищает кожу, снимает верхний роговейший слой кожи. Поры хорошо приводит в порядок. Такая, ну, упругость там, что-то такое кожи, как бы, знаете, ну, я так сильно как бы не наблюдала за этим вопросом, может быть, это и существует. Но то, что касается очищения, вообще вот здесь на 100% натуральные ингредиенты. Мне понравилось. Он такой цвет скрабирующий, с частичками скрабирующих. Есть здесь частички скраба, здесь не увидите. Цвет горчичный. Поэтому очень понравилось. Куплю еще вновь обязательно. Присмотритесь. Классная штука вообще просто. Тем более за какие-то там, ну, хватает, правда, маленький тюбик, там по маленьким тюбикам продается, хватает. Ну, как часто вы это делаете, я не знаю, мне хватило, может, раз на 5, не знаю. Дальше, что у меня здесь закончился? Вот такой вот гель для душа закончился, вообще классный. Апельсин и грейпфрут. Это марка Marcellais. Очень нравятся мне эти гели для душа. Очень нравятся. Сейчас у меня с пионом очень крутой гель для душа. И как, допустим, не сушит кожу, увлажняет, очищает, запах, отдушка. Очень нравится. Вот очень нравится. Так что буду брать всегда. И когда есть, допустим, по акции большая версия, я прям быстро-быстро беру и бегу на кассу. Дальше закончился вот такой вот мужской дезодорант Фа. Мои пользовались. Сила притяжения, без солей и алюминия, 48 часов защита. Все хорошо в этом дезодоранте, кроме запаха. Очень резкий такой запах. Я немножко другую марку люблю дезодоранта. Когда закончится, я вам покажу. Ну вот Фа немножко, ну вот этот вот запах рисковат. Вот такой мужской, такой резкий запах. И мне, конечно, даже било по башке. Ну, вот, как бы, а так по качеству дезодорант достаточно хороший. Вообще Фа, они хорошие дезодоранты. Я в свое время тоже сидела часто на дезодоранте Фа и долгое время, пока вот сейчас на Нивея перешла. Дальше, ну, давайте как раз и посмотрим на мой дезодорант. Дезодорант Нивея. Такая большая версия продавалась по акции, помню, 100 рублей стоила. Клеер, запах, мне нравится. Я сейчас перешла на дезодоранты Нивея, мне очень сильно нравится, потому что сейчас у меня два нивеевских, ну, поменьше версии купила.
предотвращает появление желтых пятен, классно держит, как сказать это, не запах, а состояние в определенных частях, в частях тела. Поэтому классно, мне нравится, распылитель хороший, так что рекомендую, присмотритесь. Дальше у меня заканчивается, вот осталось парочку грамулечек, но все равно кинула в пустые баночки, потому что уже, чтобы вот как бы не возвращаться к этому, тоже марка Garnier Express лосьон 2 в 1 для снятия, снимает макияж с глаз, водостойкий. Вот как раз про водостойкий макияж, тушь, тональная основа, допустим, губная помада. А здесь классно вообще укрепляет ресницы, действительно так оно и есть, я вам хочу сказать. Ну, здесь двухфазная такая жидкость, а на основе масел укрепляет ресницы, эффектно снимает макияж. Очень классно снимает макияж, без загрязнений, без расходов, без каких-то там, что надо 10 раз это все умываться. Нет, очень классно снимает, очень классно, ресницы достаточно не дергает, ресницы не выпадают, и все классно. То есть, ну, такая вот маленькая версия у них продается. Ну, я уже купила более большую версию, показывала вам о покупочках с васильковой водой. Тоже понравилось, мне вот осталось пару капель, добью и выкину, сразу вам показала. Следующее, у меня закончилась сыворотка марки Dermaye с витамином С и гиалуроновой кислотой. 60 мл, вот такая вот сыворотка. С сайта iHerb заказывала, очень концентрированный витамин С, здесь с помпой, что немаловажно, потому что, чтобы не растрачивался, не улетучивался, не расщеплялся витамин С, да. Концентрация достаточно хорошая, действительно чувствуешь сияние кожи, действительно чувствуешь увлажнение. Серум хороший, мне очень понравился, обязательно вновь его повторю, как только сразу. Вот. Рекомендую, присмотритесь, тем более, кто заказывает с сайта iHerb, Dermaye, пожалуйста, очень хорошая, как бы, сыворотка. Дальше, в туалет я покупаю в фикс-прайсе, такой вот освежитель воздуха, запах кашемир. Вы знаете, вот эта вот марка, линейка ихняя, вот эта марка и линейка, марка Air Pure, мне очень нравится. Так что присмотрите, кто ходит в фикс прайс, стоит 100 рублей. У меня был шоколадом, кофейным таким запахом, очень классно. У меня вот сейчас кашемир закончился. И сейчас у меня стоит цветочный. Не помню, как точно называется, с цветочным запахом. Вы знаете, у меня запах в туалете, как лучше духи Франции. Лучше, чем у меня вообще любой парфюм. Это вообще, тем более сейчас цветочный, это просто... Хватает там одного... У меня каждые 30 минут обновляется пшиканье, и хорошо как бы... Ну, короче, круто. Вообще вот такие вот освежители очень дорого стоят, пятерочки, вот, да, вот такое вот. Ну, вот я увидела в фикс-прайсе по 100 рублей, начала пользоваться. Очень классно, присмотритесь, вообще круто. Просто круто, тем более вот эта вот замена же вставляешь, у меня специальное приспособление, да, и вставляешь, она у меня само расплескивает. Ну, классно, классно, классно. Дальше. Вот закончился мой вот такой вот очищающий кремик, чистящий, удаляющий загрязнение без царапин, 500 мл, Master Fresh. Два раза я его брала, классно, мне нравится, продается в Ашане, стоит порядком 80 рублей, кажется. Вот. Сейчас, в данный момент, я взяла другой. Попробовать у себя в Эроспаре, ихняя линейка там от Спара, попробую, скажу. Здесь не оставляет царапин на поверхности, удаляет сложные загрязнения. Очень классно, очень нравится, как, тем более замачиваю сковородки после, допустим, как прожарила там рыбу, мясо, котлеты, очень хорошо отмыкает, не надо там шкрябать железными какими-то этими, очень классные. Присмотритесь, даже лучше, то, что лучше, на одном уровне, чем СИФ, но СИФ дороже, вот и все. У меня камера показывает, что садится батарея. Боже, чтобы хватило. Что у меня закончилось? Значит, Ленор.
Ленор, Ленор, очень люблю вот этот жемчужный пион и еще другой немножко запах, тоже как-нибудь покажу. Супер концентрат, блин, вообще запах обалденный, девочки, запах обалденный, всегда его беру. Просто обалденный запах, жемчужный пион, вот этот вот, присмотритесь вообще, прям вообще, когда идет акция, 100 рублей, беру прям тут же, потому что надолго хватает, хорошая... ну, что здесь? Ну, что здесь можно про него сказать? Хороший концентрат, хороший расход, и белье вообще благоухает, когда высыхает. Просто супер-супер-супер вообще. Рекомендую. Дальше, что у меня закончился? Сплат, зубная паста. Люблю ее брать, беру ее несколько вообще постоянно. Отбеливающая зубная паста Black Lotus. Марки Сплат. Она угольная, на основе угля, очищает, осветляет эмаль зубов, интенсивно освежает дыхание, снижает, превращает воспаление десен. И плюс я ее беру как отбеливающий, потому что это идеально для успешных, уверенных в себе людей. Люблю эту марку Сплат вообще зубной пастой, и тем более вот эту угольную, она такая черненькая. Хорошо очищает, классно, рекомендую, присмотритесь. Осталось совсем чуть-чуть. Закончился вот у меня такой вот скраб полирующий, белорусская косметика, Битекс. Совершенная кожа, разглаживающим эффектом. Добила я его, неплохой полирующий скраб, тем более кому нельзя скрабы из-за каких-то варикозных расширений, каких-то сеточек, которые находятся у нас в определенных частях лица, да? Он такой мягкий, отшелушивающий, хорошо очищает поры, очищает, снимает верхний такой загрязненный слой кожи, ореговевший. Хорошо просто. Эффективное салонное дермабразие написано. Ну, мне понравился, очень мягкий, легкий, чувствуются скрабирующие частички. Достаточно дешевый, там 100 с чем-то рублей, но ведет себя хорошо. Когда-нибудь обязательно повторю, рекомендую. Пожалуйста, присмотритесь. Что следующее? Закончились мои мультивитамины. С сайта iHerb я их заказываю. Значит, супер мультивитамин. Марка доктор Льюнис Паулинг. 120 капсул. Что здесь у нас идет? Значит, у нас здесь идут витамины и Green Superfoods. Здесь очень шикарный комплекс. По 3 витамина в день я выпивала на 40 дней. Достаточно все хорошо заполнено, все, что нужно для организма. Что могу сказать, девочки? Рекомендую. Кто заказывает сайт iHerb, присмотритесь на эти витамины. Я вновь вот буду заказывать. Уже повторно я их заказывала. Хочу заказать еще и своим, чтобы у нас каждого было по баночке. 40 дней – это полтора месяца. Хорошо чувствуешь себя. Энерджайзер просто. Чувствуешь, прям тело тебе говорит, здоровье тебе говорит. Ответ – да, 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 да. Потому что, ну вот классная вообще, вот классная штука. Очень рекомендую. Очень мне понравились эти витамины. Тем более здесь... Они полусинтетические, то есть половина синтетические, половина натуральные. Цена у них около 1000 рублей. Очень классно, мне понравилось. Вообще, ну, что могу об них сказать? Капсулы небольшие, в составе здесь все, что нужно для организма. Все, понимаете, все. Ну, кроме кальция, магний, конечно, там недостаточно суточная норма. Вы это знаете, я вам об этом говорила. Это надо покупать отдельно. Ну, вот классно. Классные витаминчики. Присмотритесь, присмотритесь, девочки, присмотритесь. Они пойдут как для универсальные, как для мужчин, как для женщин, также и для подростков. Ну, для маленьких детей, конечно, нет, но как бы подойдут. И последнее, что могу показать, закончился вот такой вот парфюм у моего мужа. Это мужской парфюм Армани, Джорджо Армани, Аква Диджо. А что могу про него сказать? Здесь у нас было сколько? 100 миллилитров? Да, наверное, 100 миллилитров. Что-то я не вижу. Такая вот на магните крышечка. Обожаю на магните крышечка. Для меня это как игрушки.
Запах мне очень нравился. Мне нравился этот запах. Это по мне запах, и мужу моему нравился, значит, такой он. Я сразу, понимаете, я не могу парфюмы, вот тоже я хочу снять видео, показать вам, какие у меня есть парфюмы, но я не могу вам разложить там на ноты. Я не парфюмер там такой, нимфоман парфюмеров или еще что-то, нет, я такого нет у меня. Но если, допустим, описывать, когда вот я чувствую запах, да, слушаю, я могу сказать, что представляет из себя запах. Запах уверенного в себе человека, брутального, хорошо сложенного, спортивного, высокого, с определенной харизмой, с определенным настроением. Даже есть какие-то тараканы у человека в голове свои, радостные, идущие по жизни. Ну, в таком плане. Понимаете? Так что присмотритесь своим половинкам, тем более сейчас в преддверии праздника, почему бы и нет. Он не резкий, но шлейфовый, долго стоит, прям долгий. С утра брызгается, вечером приходит, все равно чувствуешь. Может быть, не такой сильный шлейф, но, допустим, около шеи чувствуешь это от одежды. А по стоимости я не могу сказать, смотря кто где покупает. Я просто не покупаю ни в Ревгоше, ни в Литуале, девочки. Я вот сейчас собралась, уже все, мне надо ехать. Я тоже, он закончился, мне надо купить мужу подарок, следующий парфюм. И я вам обязательно сниму, покажу. И, ну, наверное, расскажу, где что я беру, на каких складах, не складах. Многие, наверное, об этом тоже знают. Но вот по поводу этого парфюма, очень достаточно хороший. Мне нравилось. Сейчас немножко хочу купить парфюм. Ему тоже нравился от марки Cartier. И вот как бы вот этот вот, присмотритесь, неплохой, хороший. Я думаю, что он возвратится вновь к этому парфюму. Девочки, мы с вами уложились практически 20 с лишним минут. Это здорово. Ну, что могу сказать? Спасибо, что заглянули на мой канал, спасибо, что зашли, я рада была вас видеть, слышать. Пожалуйста, пишите в комментариях свои отзывы, свои какие-то пожелания, да, не знаю, просто. Когда вы пишете, для меня это такая радость, такая поддержка, такое понимание, вы не представляете. Мое сердце просто ликует, и я обязательно вам отвечу, можно там, я не знаю, пообщаться даже, почему бы и нет. Если вам понравилось видео, пожалуйста, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на этот канал, не забывайтесь, не проходите мимо, для меня это и поддержка, для меня это и уверенность в том, чем я занимаюсь, и приобретение новых людей, новых друзей, почему бы и нет, знакомых, поэтому всего хорошего вам! И чем, если смогла, помогла вам с пустыми баночками, обязательно то, что я вам сильно рекомендую. Поверьте, я это пробую не один раз, и я вам действительно рекомендую. Всего хорошего вам, до новых встреч, пока-пока!